рядом. Это все на Макдале. Капец. Ой. Настя кринж, поэтому она плохая. Опа, опа, опа. Никогда вас не забуду. Приветик уже из дома, короче, сейчас монтирую это видео и хочу сказать вам, чтобы вы не искали никакого смысла здесь. Цель была показать наши будни непосредственно в лагере. И еще можете отправлять это видео друзьям, которые впервые поедут в Зубрёна, для того, чтобы они хотя бы имели представление о том, что их здесь ждет. И всем удачного просмотра. Надо какой-нибудь день, прям знаешь, специально выделить для влога. Давайте сейчас. Да, мы начинаем. Всем привет, ребята! И сегодня у нас начинается влог из Зубрёнка, понедельник, 27 число. Мы думали начать этот влог утром, но не начали его почему-то. И вот у нас уже осталось буквально 5 дней до конца смены, и мы сейчас с девочками идем на мероприятие. Короче, они выступают в мисс. У нас одна девочка участвует в мисс Зубрёнок, а вот это наш творческий номер. Собственно, девочки в платьях будут танцевать с мальчиками в парк. Кстати, все познакомьтесь, это Настя, а это Кира. Всем доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 28 вроде число, и мы с Кирой сидим на кухне и кушаем хлопья с молоком. Вам не кажется, что Кира очень похожа на Каролину Кей? Если вы знаете, кто это такая, то классно. У нас осталось пару дней смены, и сегодня мы танцуем вальс. Чисто бабушкин стайл, как будто сидит у бабушки на кухне. Ой, Лерка. Привет. Что за видеоблог? Ну, вот и для моего ютуба. А, всем привет. Да, это Лера. Так вот, мы с Кирой и вообще со всеми идем купаться. И нам сказали, что у нас будет банан. Поэтому мы взяли полотенце, футболки. Да, еще у нас сегодня спектакль, как я уже говорила, и мы танцуем вальс. Для этого тащим мой чемодан. Это, возможно, выглядит так, как будто я уезжаю. Как красиво. Да. А ну-ка поверните сюда, женщина. Вау. Давайте! Покажи. Господи, я уйду на себя смотреть. Да, в принципе. Мы вышли с банана. Нас должны были снять. И, короче, вот мы. Да, мы все мокрые. Нам понравилось. Очень. Короче, рассказываем ситуёвину. Я очень умный человек. Пошла сюда в кроссовках, которые несет Кира. Сейчас. И сейчас я иду босиком, потому что, ну, типа, только я могла так сделать, собственно. Мы сейчас идем в душ перед нашим спектаклем, потому что, ну, как бы я не собираюсь так идти танцевать. Зато мы освежились, и минус в том, что я утром помыла голову, а смысл, собственно, смысла уже нет. Обращаю ваше внимание, что на верхней площадке пляжа на лавочках выложены потерянные вещи. Когда у тебя очень много кроссовок. Значит, самые мокрые собаки пришли в магазин. За хлопчиками с молоком, все дела. А еще мы обсуждаем то, что Кира, возможно, ко мне приедет летом в гости. Зашли мы такие в магазин. Обзор. Купили обзор. Круассаны. С вишней. Молоко. И два сырка чизкейк попробовать. К сожалению, меня никто не снимает так, так что поснимаю все сама. Вот, я и лес. В принципе, сам себе оператор, сам себе режиссер. О, ладно, я не умею. Надо мне стать видеоблогером, буду вот рассказывать, как жизнь. Я даже не знаю, какую камеру смотреть. Чили-пузики.
красиво. Даже меня не ждут. Оператор должен сам за собой бегать. Блин, у меня в итоге вообще в этом влоге не будет. Очень обидно, меня в итоге правда не будет. Посмотрите, вот я тоже тут есть. Не, на самом деле, если бы был... Сейчас мы собрались, идем на выступление по мостику деревянному. Кира у нас тут такая вот. С своими кучеряшками, прикиньте, это ее настоящие кучеряшки, повезло, да? Я очень зла. Представляете, у меня украли лак и не вернули мне его вообще. Никто не знает, где он для волос. А у меня начинает крутиться челка. Это отвратительно и ужасно. Но, тем не менее, мы сейчас летим на наше выступление. Кира, какие у тебя эмоции? Я хочу здесь все снять. Она входит с моим телефоном. С моим телефоном и все снимает. Поэтому отдаем телефон Кире. Красиво? Мы будем танцевать вот там. Вы видели, какая Кира принцесса? Ну, конечно же, я тоже принцесса. Ну, Кира. Вау, какое окно. Покажи свое лицо. Боже, какие веснички. У меня звезда на вот здесь вот выскочила. Мы уже два раза выступили с разной возрастной группы. Завтра еще два выступления. Короче, поздравьте нас. Половина сделана. А сейчас мы идем фотографироваться всем отрядом на пляж. Еще будем делать что-нибудь вечером. Надеюсь, кто-то заметит, что я снимаю. Конец смены. Вообще, если много общаться, то даже не замечаю, что конец смены, и очень грустно. Ну, такая смена в лагере офигенная. Просто это не офигенно, это здесь можно пикать маты. Насколько эта смена классная. Можно подписать влог Ангелины и Киры. Мы вышли от психолога. Боже мой, не смотрите на меня вообще. Почему я такая пухшая? Да, мы стали разобрались в себе после психолога. Узнали, кто мы. У нас было везде все одинаково. Меня, по крайней мере. Мы сейчас идем в корпус кушать мороженое. Купили со вкусом клубника, смородина красная. А еще у нас есть ласковое лето шоколадное. Ну, короче, all inclusive, как говорится. И на улице дождяра. Я вообще уснула сегодня, поэтому вы можете видеть, что я очень пухшая какая-то. Маленький тур по Зубрёнку. У нас лидер-клуб и домики, корпуса. Давай, проведи экскурсию. Ну, вот это наш прошлый домик. Ну, типа, на мы здесь жили 3 года назад. Первый раз, когда мы с Ангелиной познакомились, вот на первой смене нашей и моей, и ее, мы жили в этом домике. Он называется Озерный причал. Вот там лесной дом и лазурный корпус. Зубрёнок делится на 2 лагеря. Как бы 2 структурные единицы. Это лазурный остров, на котором мы сейчас находимся, лазурный город, и звездный мир. Мы живем на звездном мире, и сейчас мы отправляемся туда по Вожатскому мостику. Надеюсь, никто это не видит. Мы не в корпусе живем, а прям в частном доме. У нас есть кухня, у нас есть микроволновка, стиральная машина, у нас есть сушилка, чтобы вы понимали, чайник. Еще у нас нет камеры. А еще в Зубрёнке очень много магазинов. 2, 3. Где можно купить еды, поэтому мы накупили себе мороженое и всё. На прошлых сменах мы не покупали так, такой вкусной еды. Мы обычно там какую-то сладость покупали. Да, сейчас мы покупаем именно... Взрослую такую. Да. А мы сейчас такому мостику будем красивым. Смотрите, такой оп. Вау. На нем сейчас очень смертельно ходить. Он скользкий. Кстати, вот там, вот там, зоопарк. Кстати, это видео, которое мы снимаем совместно с Кирой и еще с людьми всякими, будет включать в себя кусочки со всей смены. Тут будет все. Какие-то видео, которые нам отправляли, не отправляли, поэтому просто смотрите, как проходит эта жизнь в Зубрёнке. То самое мороженое. Клубника и смородина. Вот что. Мы пришли сюда в корпус.
Нам крикнул кто-то, что надо идти в корпус. Да там все орали, что в корпус идем. В итоге мы приходим, заходим, вот дверь открываем сейчас в домик. И приходит сообщение, что нам надо вообще в бас. Потом сообщение, что нам надо в пиццерию. А это идти обратно километр, который мы шли сюда зачем-то. Мы просто шли сюда поесть мороженое. Поэтому на всех забили, иди мороженое. Мы сидим в корпусе и ждем, когда нам скажут, идти ли в итоге, потому что мы еще так и не вышли. Прошло уже сколько? Минут 10-15. Еще я высушила щелку, точнее, я ее помыла, высушила хотя бы просто, чтобы она была плюс-минус ровной. И я чувствую себя, знаете, плюс миллион к уверенности. У нас девочка на мисс участвовала. Кира сидит, заряжает телефон. Yes! У нас девочка на мисс участвовала и выиграла мисс Грация. Ну, а мы ей подарили вот такого вот плюшевого мишку. Мне кажется, очень милый. Да, мы ее очень классно поздравили. А еще наша комната, кстати, выглядит вот таким вот образом. Она зеленого цвета, как по мне, самая симпатичная у нас в домике. Никого нет, можно сделать рум-тур по домику. Итак, начнем со входа. Вот это наш вход. Здесь столовая Звездного мира, стадион Звездного мира, и мы находимся на зеленой поляне. Вот здесь по ступенечкам поднимаемся сюда, в наш корпус. Сразу же ключница с ключами, и здесь наша кухня. Раковина, сушилка с стиралкой. Короче, all inclusive, все есть, холодильник есть. Тут в холодильнике наше мороженое стоит. Atlantic Fish вот там наш стоит. Вот здесь проходим и видим душевую. Идем, идем, идем. И очередная душевая. Здесь черненькая уже, красивенькая такая. Шкаф командор, сушилка. Кира. Вот. Первая комната для наших девчонок. Один туалет. Второй туалет. Очередной шкаф командор. Кира. Вот там вот спят. Там спят мальчики. А это зеркало, которое каждый вечер. Мы проводим все свое время. Классно, но я полный рост. В этом доме очень много картин. Вот это наша комната, зелененькая. Жилетки наши отрядные. Это наш холл. Стоят диванчики с телевизором. Комната еще мальчишек. У нас реально бардак. Может, переберемся? Я просто не знаю, куда это убирать. Это все убирается, но в ту кучу. Я, в принципе, не просто сейчас убираться. К нам пришел мальчик из другого отряда, который был с Кирой на прошлой смене в прошлом году. И он подумал, что никого нет, ушел. Это хорошо. Чтобы вы понимали, пока Кира кушает хлопушки, я пытаюсь оттереть свои кроссовки. И мы, кстати, убрали весь холл. Вот. И мы молодцы. На улице солнце выглянуло. Какого фига? Почему оно не выглянуло, когда мы шли по улице? Сейчас вышла послушать музыку в наушниках у себя здесь на лавочке, недалеко от домика. Я всегда здесь сижу одна. И меня никто не видит никогда, потому что здесь всякие деревья. И мне от этого так хорошо, потому что я могу сидеть и чисто наслаждаться своей компанией. Сейчас думаю вообще сходить на нарчи, порисовать. Вот на такой лавочке я сижу. Здесь стадион Звездного мира. Сегодня, кстати, очень ленивый день. Нечего даже показывать. Нет никаких интересных мероприятий. Это все потому, что сегодня проходит день дублера, то есть дети заменяют какие-то должности людей здесь. Например, педагоги-организаторы или директоры и так далее. Я должна была быть педагогом-организатором, но из-за спектакля и еще из-за каких-то там причин я просто осталась ребенком сегодня, поэтому сижу и отдыхаю на лавке. Это на самом деле первый день за всю смену. Смена длится 18 дней, когда я реально просто отдыхаю и ничего не делаю. Это очень круто. Короче, пошла я на нары рисовать. И вот это все, что я успела нарисовать. Небо. И в итоге меня позвали в музей какой-то, в котором я побыла 5 минут и ничего нового не узнала. Опять пойду на нары рисовать. Опа, 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 опа.
идем сейчас зачем-то опять на звезду, хотя мы только оттуда. И вообще Кира с Настей захватили этот влог, так называется видео. Да. Там что-то один. Вон так. Оп, это снова мы. Не прошло минуты, а мы идем. Вертаемся. Где-то идет Кипр и Ангелина. Гениально, да? Волшебная крышка. Кира, какое у тебя мороженое по счету за день? Точно, сотое. Реально. У меня второе такое, еще банка. Какая радуга. Я прям очень много съела, ну, больше трех. Ну, пошли на стадион, они сидят. Все, пошли. Мы идем на стадион. Пожарский концерт. Юлиана мне не дает блокнот, поэтому она плохая. Вожатый. И отправляемся к своим корпусам, которые местам на второй. Приятного аппетита, Кира. Кира будет лить воду. Давайте уже делать своего лебедя, я хочу на это посмотреть. А ну, лебедь из полотенца. Не-не-не. Кира, лебедь всегда помню. Как похоже. Это удар. Знаете, это похоже на... Как это змея такая большая? А как должно было получиться? Ну, посмотри. У них магия какая-то. Лебедь, да, которого, да, мы звали. Вот, вот смотри, вот. Должен был быть лебедь. Мне теперь стало интересно сейчас. Это лебедь. Сегодня, кстати, уже предпоследний полноценный наш день в лагере. И сегодня завтрак давали оладушки. Да. Мама, просто спасибо. Да. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят. Короче, мы здесь убрались в комнате, нас попросили. Послезавтра мы уже уезжаем домой. Кира, как тебе впечатление от этой смены? Кира! Для влога, пожалуйста. Мы, конечно же, зашли в магазин. Сейчас пойдем на мероприятие и купили себе. У нас весь влог состоит из того, что мы показываем морожки. Видите, как красиво, вкусно. Вот это топ. Вчера был другой. Вчера был с смородиной и мне клубникой. Кажется, нет, там была смородина и клубника, а сегодня лесные ягоды. И, боже, это очень вкусно. Да, сегодня вкуснее гораздо. Любопытно, сколько же сегодня будет. Ну, да. Мороженых. Кира идет на гамаки. Точнее, ведет меня. Пока мы еще не ушли. Короче, это у вас пред, как это, предыстория. Next night. Которая будет вот today. Мы будем тут. Очень хочу ночью сюда. Знаете, через что мы выйдем? Я не намекаю ни на что. Сегодня нам Никита объяснил, как открывать. Он открыл. И буквально, ну, типа, час назад приходит уборщица такая и закрывает это все, чинит. Типа чинить. И закрыла нам эту сеть. Ну, я научилась все открывать. Вот. Так что будет переходик. И мы потом такие, оп, и тут уже. День, как он проходит. Сейчас мы на кружках. Кружок. Мы ждем конца кружков. Да, мы первый день пришли, и же первый же день нам сказали, хотите, садитесь на последние эти столики и налейте. Мы сейчас идем после кинотеатра. Там вот так красиво.
У нас пипец вот так вот переполняет эмоции. Особенно, я не знаю, меня прям очень переполняет. Я рада, что последний день мы проводим в таких эмоциях. Потому что если бы мы ходили и страдали, это было бы не то. У меня вообще не получается плакать почему-то. Я не знаю, вы даже сейчас фильм смотрели, там было грустно про огонь, про что-то еще, и меня не хотело плакать совсем. Мне интересно, буду ли я плакать завтра. А ты? Ты смотрела фильм вообще? Нет, вообще нет. Она спала. Очень кайфовый, классный закат. Пойдем покажем. Это наш предпоследний вечер здесь. Завтра будет уже последний. Мы периодически сюда приходим и смотрим на это. Мы больше вообще не приходим на этот закат. Что? Мы больше не будем смотреть на этот закат по вечерам. Ладно, ну... Ой, там еще так красиво летит. Штучка там. Давай. Всем здравствуйте. Я ребенок номер 11, и я буду читать на закрытии. Не понять, с какими чувствами ты кричишь в день отъезда своим вожатым. Мы вас любим. Мы никогда вас не забудем. Если вы помните, Лиза еще из прошлого влога из Зубрёнки. Да, я была в прошлом влоге из Зубрёнки. Я, правда, не помню, как я выглядела. Наверное, не так, как сейчас. А им сейчас дадут... За то, что они гуляют после отбоя. Всем пока-пока. Чего? У нас продолжение. Сейчас час ночи. Час ровно ночи. И мы сидим на гамаках. Прикол в том, что Насте видно все, что я снимаю. Настя, кринж? Yes! Рассказывай. Вот, час ночи. Мы пришли на гамаке посидеть. У нас, короче, предпоследняя ночь. Нужна по максимуму. Я предлагаю сегодня... Ну, хотя тебе что предлагать? Ты и так не спишь. Ты предлагаешь не спать? Да. Ой, я вообще планировала спать, чтобы ты понимала. Можно здесь, в принципе, прилечь? Что такое? Можно твою подушку забрать? Ну, забирай. Ксюша, скажи всем привет. Всем привет. Я нахожусь в Зубрёнке. Я очень рада попасть в этот влог вместе с Настей. А что ты через дверь сидишь? Прыгай уже. Ой, подушка мне нужна. Ладно. Да? Плед одеяло, не Кира, давай. А чем мы занимаемся по ночам? Главное все аккуратненько закрыть. Все? Звоните. Номерок Киры. Звоните. 2:18. Я разговариваю до этого времени с закрытыми глазами. 2:18. Мы на самых лучших этих гамаках смены. Правда, их повесили 2 дня назад. Да. Перелезла Кира через окно, как и хотела. Съели вафельку, посмотрели влог из Питера. Да. Мне кажется, что я его смотрела вообще даже не один раз. Ну, вообще, он очень классный, очень волейболовый. Всем просмотру. Вот, так что я надеюсь, что здесь будет этот влог. Ссылочка, да. А этот влог... Во-первых, я надеюсь, что он будет не через 2 месяца. Я очень... Я его буду пересматривать тысячелетиями, честно. Если он получится крутым, а я попытаюсь сделать его крутым. Он получится крутым. Когда ты в кадре, ну, точнее, смотреть на себя потом в кадре, наверное, еще интереснее, чем просто влоги, да? Ну, не знаю, наверное. Поэтому Кира снимает весь этот влог. Офигеть, это так красиво все выглядело. Небольшой влог от Киры. Все решили пойти через дверь, а Кира очень захотела через окно. Ой, блин, а может, мне там вида не было? Yes! Ну, в общем-то, не знаю, как поставить камеру. Вот так вот. Оп. Кира! Иди сюда, будешь помогать. Да, я на улице. Отлично, они все не хотят веселья. Как залезть-то? Оп. Вообще, нифига. Прибежали. Я иду в уголкаш какой-то. Я в зеркале. Он такой говорит, он вдруг нужен, да это? Я такой поворачиваюсь, он мне прям перед лицом. Гусеницы? Гусеницы? Сам когда-то не сидишь? Спасибо.
Ты там потом посмотришь, как я пыталась залезть через окно. Ничего не вышло. Греховские уходят. Вот это вот шикарное окно, самое лучшее. А так происходят наши ночные планы. Мы кушаем обычно видьбу. Видьбу? Витош. Короче, зеленые витопья, они вкусные ракушки. Сейчас они такие, они не очень вкусные, но покачут, потому что другого не дано. Сейчас смотрите. Это видео? И мы уже тут. Шоу называется «Ангелина Кулинар». Вот наш лошадь. Мы уже такие готовенькие, кушаем вкусненько. Мы, кстати, покупали... Не знаю, видно нам все. В общем, за смену, нельзя разговаривать с любезным ртом, за смену мы попробовали уже три вида этих хлопцев. Сухих завтраков. Вот. Эти неплохие. Они просто дают таким, знаешь, все они делаются из кукурузного этого. Вот эти вот конкретно. Чисто ешь кукурузный крахмал, нет ничего шоколадного. Они даже мне дают молоко, такой вот коричневый оттенок. Это вкусно. Опять пропала. Вечно уходит. Избегает меня, понимаете? Приходится вечно одной. Кошмар. Но я такая голодная. Приятного аппетита, кстати. Если кушаете, я всегда смотрю влоги, когда кушаю. С добрым утром, блин. Мы идем на станции и взяли мольберт. Сегодня жара на улице. Сколько градусов? 30 миллион. Едет. Кроссовки на велосипеде. Очень свежо. Я бы тоже покаталась, но я в платье. Это, кстати, велосипед нашего вожатого. У нас закончилась игра. Во всяком случае, мы с Кирой идем сейчас в лидер-клуб, потому что нас попросили о помощи наши вожатые. Мы зайдем сейчас за мороженым. Мы зайдем за мороженым, да. Мне очень жарко, хотя я в платье. Кира в штанах. Обзорчик Кирин лук. Как по мне, очень классно. Вся такая молочная, светленькая. Они из Зары? Что? Они... Это из Зары. А это... Я не помню. Идет вся такая в Заре, знаете ли. Капец. Мы пришли в магазин, и Кира нам хочет купить коробки мороженого. Опять мороженое, и опять стоп, опять банки. Я хочу шоколад с бананом, она себе купит клубнику и смородину. Мы просто не могли сойтись во мнениях и решили купить разное. Мы как будто идем по сафари. Это первое. Это моя упаковка, это Кирина. Когда в свою жизнь не ела в таком количестве мороженого? Банки, вода, вчера, получается, две таких и еще что-то. Я съела. Да, представляете, в каком количестве мы кушаем мороженое. У меня каждое видео есть какой-то спонсор. В этом видео спонсор мороженое топ. В прошлом видео лимонад. Сейчас вы видели короткий ролик. Это была Ангелина, она тоже станция. Вот. Да. Мы уже после полдника собрали чемоданы. В 8 вечера у нас будет закрытие смены. Нет, закрытие не в 8, потому что 8 дискотека. Я что-то не готова к закрытию. Я даже не собиралась. А мы вышли такие на закрытие. Ну ладно. Собрали пироги все. Кира, расскажи свои эмоции по поводу того, что последний день смены и так далее. Это грустно слишком. Они слишком либо скучно, либо одиноко для последнего дня. Хожу целый день. Вечно меня везде бросают. У нас вчера уже некоторые люди плакали по поводу того, что смена заканчивается. А я вообще нет. Кира вроде тоже не проронила. Хотя смена была крутой. Я не понимаю, где эмоции, почему происходит отсутствие их. Билет в лето. Девятые звезды. Мы ходили на закрытие. Этот шарик мне прилетел в руки, поэтому он сейчас со мной. Наш отряд получил пирог, и мы его сейчас кушали. Он оказался довольно-таки вкусным, потому что он мягкий и с джемом. Вот, мне понравилось. Я вообще хочу сейчас пойти умыться и смыть все, что у меня есть на лице.
Наш последний вечер после дискотеки. Да, играла баста, все было супер. Нет, здесь надо больше рассказать. Они стоят в кругу такие, а мы вокруг... такие, не, мы так за ручки взялись и так, да там прям очень много человек. На самом деле подошла бы Женя и сказала, типа, никакой приватности, я правда считаю, типа, было бы лучше, если бы они вдвоем постояли в обнимочку отдельно без этого нашего отряда. А тебе, кстати, как? Как танцевалась? Меня пригласили на медленный танец. Мы пошли танцевать, а вокруг нас крутились в хороводике. Вот. А потом оказалось, что нас снимал вожат через стекло. Очень красиво, и это наш последний вечер здесь. Очень грустно и печально расставаться. Не, я вообще не могу ощущать, что это последний. Да, вечер. Понимаю, вот то же самое. Смена пришла очень быстро. Летают. Наша вожатая нам ловит нам банданы. Ее чемодан. Кира с одеждой. Самое главное, это все нам отдали. Я просто, если бы была вожатая, я не понимала, как так можно. В общем, мы с Кирой такие идем на нарыч фоткаться. То, что мы сказали Валерии, что мы. Мы пошли на нарыч фоткаться. И нам звонит Валерия Валерьевна, говорит, что типа приходите, мне нужно вам рассказать что-то, там типа собрать чемодан. Мы приходим, она такая, я раздаю тут одежду, хотите? Тарелку нам дает такая. И я такая налетаю на эту тарелку. И Кира такая, да, я тоже хочу. И мы сейчас не знаем, что делать с этой тарелкой. Вообще, кому она достанется в итоге, чисто лот. Будем разыгрывать между собой. Вот, еще нам подарили доктор Мом с малиной. Там на нарыче было просто изумительно. Там еще так. Это обвязано такой лентой, потому что фейерверк там будет скоро, через 5 минут. Да, мы идем сейчас смотреть фейерверк. А это вот, это мы стоим такие, мы новые вожатые. Да, и нам говорят, сочувствуем. Мы такие, спасибо. Я бы мечтала здесь каждый лет приезжать, неважно кем. Чтобы вот так вот, да? Я скоро сюда уже уборщица скоро приезжать может. Так, кстати, это наш лидер-клуб. Вот это школа. Такая огромная, красивая. Представляете, в такой школе учиться? Даже мне не такая. Нет, там на самом деле. И стадион вот. Какой-то американский там такие. Тогда у тебя реально крутая школа. Лазурная столовая. Вот так вот здесь красиво. Мне не верится, что это наш последний вечер здесь. А еще знаете что? Хорошее завершение. Мы, конечно, еще с Кириной мамой не говорили, но моя мама сказала то, что я могу приехать в Минск и забрать с собой в Гродно Киру на пару дней к себе, а потом ее просто отправим домой. Представляете, насколько все круто? Насколько крута наша жизнь? Зубрёнок, мы тебя любим. Через лет 5 мы будем уже думать о итальянцах. Такие, вот мы приедем, я за Ангелиной в Гродно, это же ближе к Европе. Сначала я за Ангелиной, а потом мы вместе в Италию. Да, в Италию за итальянцами. Можно даже не через 5, это совсем недолго еще осталось до 18. Нет, это все реально, это цель. Да, знаете что, это очень круто. Знакомьтесь с новыми людьми, ищите общение, потому что потом происходит вот это. Это новые вожатые до третьей смены. Знаете что, Акира — это оператор. У меня весь влог снимает Кира. Если вам так показалось, вам не показалось. Если вам понравилось, как Кира снимает, говорите, она будет приезжать почаще. Или я отдам ей свой канал. Уже приехали родители, поэтому я иду на пункт выдачи самой себя с чемоданом. И да, закончилась вторая смена. Мне грустно прощаться, но спасибо вам большое за просмотр. Спасибо всем тем, кто был со мной на протяжении всех этих дней. И я не говорю вам пока и прощай, а говорю до свидания, до новых встреч. Мне все равно.